Итак, вот нас не было тут дня 4, наверное. Смотрим, что у нас уже по дому сделано. Весь дом обшит снаружи раухаусом. Изоспаном обтянут. Сделана, зашита крыша. И крыша застелена уже металлочерепицей. Вот леса считать, металлочерепицы есть. Все обделано. Обделано, какое некрасивое слово. Так. Здесь тоже у нас все сделано раухаусом. Цвет, конечно, суперский. Так, и вот веранда уже тоже почти закрыта. Почти закрыта металлочерепицей. Вот тут леса стоят, или что-то не леса, наверное. Или тут, я не знаю, что это такое. Ну ладно, там вон лесенка есть. Вон вентиляционное отверстие поставлено, чтобы чердак проветривался. На чердак у нас хода не будет. Зачем хлам хранить лишний? Так. Здесь все тоже зашито. И с этой стороны посмотрим. Тоже все зашито. Красота. Вот Оля боялась, что у нас будет не в шахматном порядке стыки на раухаусе. Вот в шахматном порядке, пожалуйста. Вот тут раз, пропуск, раз, пропуск, раз. Там потом коротенький, потому что там окно. И там опять дальше до верха, если видно, в шахматном порядке все. И вот я на втором этаже сейчас залез. Дима, по лестнице. Есть. Вот здесь будет лестница у нас. Здесь комната. Так. Здесь будет спальня наша. Вот такая большая. Так. Там еще одна комната. Очень аккуратно надо ходить по доскам тут. За все держаться. Так. Вот еще одна комната большая. А здесь сейчас будет у нас санузел. Здесь я нахожусь сейчас в коридоре. Сейчас покажу коридорчик. Вот он такой. Коридор большой. А вот тут на балконе такой классный вид. Ну, пока еще не совсем классный. Вот. Красота. Балкончик, правда, не доделанный чуть-чуть. Ну, а тут все закрыто уже. Итак, а вот здесь у нас будет чердак. А там у нас укосина стоит. А вентиляция как же? А, вот такая будет вентиляция, да? Так, на чердаке я нахожусь. Тут под чердак, под крышей. Будет достаточно много пространства. Здесь, может быть, нам что-то стоит сделать. Вон там внизу под нами две комнаты. Здесь практически в полный рост я стою. Вам надо определить, где гараж-то.